Всем привет! Меня 5 дней не было дома, и 5 дней щенками были мои родители. И это первый вечер, когда я зашел посмотреть, что же тут поменялось. Посмотрите, насколько все поменялось. Это 5 дней. Я прям в шоке. Честно, они визуально поменялись. И вот эти опционы прыгать, кусаться. Я понимаю, что реально надо выносить все из гаража, вот этот стол не выживет, диван не выживет. Короче, тут ничего не выживет, надо оставлять голые стены, потому что, ну, это больно, между прочим, очень больно. Блин, зубы острые-острые, острые-острые. Вот был бы я твоим хозяином, сейчас бы я тебе рассказал, что кусаться нельзя. Привет, Малинуа. Если раньше были смелые и не было борзых, то сейчас у меня все смелые и все борзые. Ну вот видите, да, поведение? Ну, стол уходит, видите, да? Товарищ, тебе придется все оплатить. Друг, если ты промажешь мимо штанов и вцепишься мне в ногу, я на тебя обижусь, я тебе обещаю. И ты такой, возьми меня на диван, я буду себя хорошо вести. Я? Обязательно надо вступить. Правильно, молодец, 5 баллов, спасибо тебе огромное. В целом гараже ты не смог обойти 2 кучи. Красавчик, и во вторую. Сапером будешь. А, еще сейчас заминируешь. Ну, а это Арма на скале совета. Как Акела. Забежала от щенков на диван. Она уже покормила. Кормит она 2 раза в день. И связано это сугубо, чтобы не было мастита. Чтобы излишки молока все-таки убирались. Подписывайтесь, ставьте лайки и следите за нашими щитками. Всем пока!